Всем привет, сегодня внеплановая тренировочка. Сейчас с малышей поржали. У нас, в общем, парковку разбирают. Здесь раньше каток зимой открывали, летом цирк приезжал и так далее. Но сейчас ограждение это все убирают. В общем, интересно на самом деле, что там застроят. Если дом перед нами построят, то будет очень обидно. Но к чему это все? Смотрите, дрифт. Всю мою жизнь рядом с нами, даже рядом с нашим домом. Во-первых, когда ограждение убрали, у меня прям под окнами сракеры всякие дрифтят. Там огромное площадище. А вот еще одна площадка ровно через дорогу. Как бы по количеству следов вы понимаете, да, что здесь тоже происходило. Но что заметил, блоки начали здесь ограждать. Но вот сейчас, возможно, оттуда блоки перевозят сюда, и сейчас здесь будет каток. Если кто-то знает, поделитесь информацией. Либо это жалоба от жильцов, они устали слышать вой покрышек, и администрация огородила блоками. Но я в это очень хреново верю. Скорее всего, здесь либо что-то строить будут. Я почему-то думаю, что оттуда сейчас переедет вот это все сюда, а там будет стройка.